Доброго всем здоровья! Вы на канале Крылья Нью-Джерси. С вами Дмитрий Геллер, создатель канала. И... Опачки! GTA Loft, Loft of Champions. Here is my man and my brother. How are you? Шалом, шалом. Ах, пойдем погуляем, ребята. Посмотрим, что кто продает. Значит так, ну что, главный, конечно, здесь это GTA Loft. Это Дмитрий Геллер, 32 победа на выставках США, второй на национальном, 4 публикации в национальном журнале. Ах, мастер-бридер и штатный клубный судья. Продаю свою летную команду Flights. Заканчиваю с Flights, но не совсем. Почти заканчиваю. Заканчиваю гонять Flights. Также продаю немножко аксессуаров и даже собачий корм, потому что собачка моя заболела диабетом. И это, ребята, большущие проблемы. Но мы не сдаемся. Жизнь продолжается. Beautiful rollers. Oh, look at this. Very different strength. А, отличная птичка, правда? Роллеры. Бирмингемские роллеры. Some bullheads. Some solid colors. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, sir. Так, идем дальше. Что такое? Так, мой еврейский друг из Манхэттена. Куча всякого всего. Тут и турки, и узбеки, и какие-то совушки. О, смотрите, дутыши. Ребята, думаете, что в Америке нет дутыши? Есть. В Америке есть даже якобины. В Америке есть все, только деньги давай. Ага, ага. Сейчас тут у меня продажа будет. Ну, ничего страшного. Вот чувак как из Сибири, видите, приоделся. Так, famous Nelson. Nelson. Те, кто купили голубей, говорит он, заберите ваших голубей из клетки. Yo! Yo! You carry it, bring it over here. Get this out of here. Get this out of here. We got another guy. Так, знаменитый Стейси с его майками-шмайками. Ну, ребята, движуха растет, я вам честно скажу. И растет не слабенько. Извините, охрип, простужен, но не сдаюсь. Так, тут принесли хомаров, тут принесли почтовых, красивая птица. И вот, конечно, наши люди. Афис, да? Фанис. Фанис. Фанис, да. My man, my brother. Окей, Фанис привез, ну, конечно, свою национальную птицу. Ты же из Узбекистана, правильно? Я с самого Ташкента. Из Ташкента, да. Вот из южного Ташкента наши люди. Вот, так, значит, павлины, узбеки, да? Да. Узбекские короткоклювые шикарные голуби. Ребят, смотрите, он практически один здесь. Я больше никого не знаю, кто занимается этой птицей. Наверное, ребята есть. Ребята есть где-то, да? Есть. Но я имею в виду, что вот... Узкий круг. Очень узкий круг, да. Ну и хорошо. Слушай, эта птица не для пацанов. Не дешевая. Не дешевая, не для всех. Так и должно быть. Так и должно быть. Так, пойду еще погуляю. Непростая. Непростая. Так, что у нас тут? Роллеры. Роллерс. Так, Бирмингем? Бирмингем роллерс, yeah. Beautiful birds. I should grab a pair from you. Я, наверное, куплю у него пару, говорю я. Sorry, I speak both languages because that's for my YouTube channel. No, no problem. Wings of New Jersey. Yeah, no problem. Those are Bensons and they're the dark ones. The dark ones, Bensons? Yeah, yeah. This is just a Polish tumbler one. Ooh, Polish tumbler. Yeah. Польский турман. Nice, nice. I'll come back to you. Yeah, no problem. Let me walk around. Так. Что еще, что почем, хоккей с мячом. Ну, вот такая, ребята, наша сборная солянка. По чуть-чуть люди собираются сейчас. Сколько время? 11 часов без 10. Вот Эдди. Эдди, два пива, плиз. Два пива, Джевис. Джевис, Джевис, два пива, спасибо, это Эдди. Эдди, thank you so much, you're the best, Эдди, Эдди, don't ever change. Я ему говорю, что он самый лучший. Между прочим, красивый хомры. Nice homers, nice blues. Oh. Eddie, how much is a homers? 50 for the pair. Nice, nice pair. It's a racers. Yeah, you can see. Yeah. Jensen's. Jensen's? Jensen. Jensen's are you. Nice, nice. Ну вот такие вот, ребята, дела. Голуби есть. Голуби разные. Я кое-что продал. Люди вам покупают. Покупают, продают.
А главное общение. Вот что главное. Остальное купили, продали. Это все приходящее и уходящее. Красивые русские хайфлай. Nelson, those Russians, they mated pairs? No, I don't think so. But the boys and girls? Some of them, right? Could be. Yeah. They yours? Yes. From your stock? Yeah. О, это Nelson продает. Вот их называют русскими хайфлайерами. Они, по-моему, польские вообще-то. Если, ребята, вы знаете что-нибудь про них, расскажите в комментариях. Да, не забудьте подписаться. Не забудьте подписаться. И поставить лайки. Между прочим, что узнал я, что один лайк вроде бы как толкает 10 просмотров. Так что, ребята, шутки в сторону, пожалуйста, пожалуйста. Немножко лайков. Nelson, what is this? Turkish tablets. Какие-то, говорит, турки с такими носами. Mated pair? Huh? Mated pair? There's a hen and two cocks. Nice. Nice. Sorry. Вот такие вот, ребята, дела. Возвращаемся. You heard it? What? We check you out. Возвращаемся к самому главному. Получилось так. Я приехал один из первых, а стал в самом конце. Ну, ничего страшного. В самом конце, в самом начале. Это не важно. Важно, что я приехал. Уделил этому время. Нашел свой выходной. И это, так сказать, победа. На этом, ребята, я буду заканчивать свой небольшой экскурс, потому что вот действительно хриплю, трещу, еле разговариваю, простужен уже неделю. Вот, пью чаек. Домой приду, надо чем-то подкрепить. Дело такое. Покормить, попоить голубей. Эти голуби у меня воруются, поруются. Пара порованных, пара ворованных. Моя старая пара. Старая, красивая, красивая пара. Продавать будут только пары. 2018 года. 5 зим. Представляете? Вот такие голуби должны быть. 5 зим на крыле. И это, как говорю я, это победа. Так, ребята, нажмите колокольчик, те, у кого он есть. Всем привет, всем пока. Поставьте лайки. Обязательно поставьте лайки. И до скорой встречи. Возможно, это видео по миру. Пусть мир посмотрит на все на это своими. Я в Одессе с детских лет дал себе один завет. Голубей держать forever. Голубь справа, голубь слева. И с тех пор уж 40 лет соблюдаю тот завет. Вывел голубят немало, вычистил говна навалом, выстроил штук 100 домов голубиных теремов. Ой. Кубки, выставки, победы. В общем, тема для беседы. Вот, открыл для вас канал. Заходите, буду рад. И на сегодня все. Вон, один уже спит. Ш-ш-ш.